что ж, опять ты хочешь старое играть? Маски и грим, все как вчера. Понять пора, мне больше не нужна игра. Слышишь, шепчу тебе, пора. Карточный домик сломать. Я не желаю играть. Время впустую идет. Представляться, знакомиться. Ох. Или поплачем дальше. Да. Можно? Можно чуть-чуть поплачем. Да. Давайте Оксана пока поплачет, а я ее представлю. Давай. Я ее представлю, потому что я эту девочку знаю очень давно. Эту талантливую певицу, невероятную. Я не узнала твой голос, честно. Он стал больше, он стал мощнее, он стал... стал цунами, которое просто накрыло. Мы сидели и мы не могли взять дыхание даже, и поэтому мы забыли, по-моему, о кнопке. Абсолютно. Я поняла, что песня закончится. Я думаю, господи, что я думаю, скорее нажимать. Ты знаешь эту девочку давно? Да. Оксана Казакова. Оксана Казакова. Оксана Казакова. Я не знаю. Я не знаю, сколько лет, но на вид 18. Мне нравится вот это вот... что манерка такая западная, но с русскими словами получается очень так, такая интересная штуковина. Меня это, например, не ломает. Но вообще вокальные возможности, конечно, совершенно замечательные. Тут много чего можно было бы придумать, сделать. Прямо делай, да, что хочешь, как говорится. Неважно, спина, не спина, прошибает, понимаете? Прошибает. Я в очередной раз убеждаюсь в том, что голос не только прошибает, если это... Если это магия. У вас магия произошла. Еще когда это совпадает с такой, конечно, красивой формой. Боже, да? Ну, это невероятно. Все, это успех. Ну, Оксан, выбирайте. Вы понимаете, да? Да, я скажу, прежде чем пару слов. Дело в том, что я сегодня, наверное, была как маленький ребенок. И с 4 часов утра я не могла спать. Все время представляла себе, ну знаете, как это делают маленькие дети, типа, вот, я вырасту, мне будут дарить цветы, подарки, я получу Грэмми. И, в общем, я вот представляла, как я стою на этой сцене, и я думала... И получаете Грэмми, я понял. И мне, ко мне повернуться. Почему-то все, мне так хотелось мечтать, я фантазировала, но я не ожидала, что это может осуществиться. Боже, спасибо вам огромное всем. Грэмми не обещаем. Но мы работаем, Гриш, над этим. Но честно признаюсь, больше всего я представляла Диму Билана. Да, 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 да.
Ну что ж, молодец. Парень красивый, интеллигентный. Да, да. Ему, так сказать, и каждый в руки. Ну вы же понимаете, что вот творчески просто поцелуем красиво, да? Ой, выложила все, все, что думала, а? Я так рада, что ты решилась. Браво, браво. Богам, да. Ой. А я повернулась первая. А у меня есть миндаль.